Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения самой массовой организации в истории человечества, с Коммунистическим союзом молодежи, Всероссийским Ленинским Коммунистическим союзом молодежи. Более 200 миллионов человек были членами ВЛКСМ. Около 3500 комсомольцев были награждены золотой медалью Героя Советского Союза. 12 миллионов комсомольцев участвовали в Великой Отечественной войне. Комсомол вписал золотыми буквами таких героев, как Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Сергей Тюленин и многие-многие другие. Эти замечательные люди построили Днепрогэс, построили Магнитку, Московский и Горьковский автозаводы, Кузбасс, Целина, восстановление в разрушенной войной хозяйства. 6 орденов красуются на знамени комсомола. Мы гордимся по праву, то, что мы когда-то принадлежали этой великой молодежной организации. Да здравствует комсомол!